В ходе патрулирования улиц города Пугачева наряду дорожно-патрульной службы поступила информация о том, что в поселке Солянский Пугачевского района замечена автомашина ВАЗ-21099 без государственных регистрационных знаков, которая двигается на большой скорости. Водитель, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. В результате поисков автомобиль был обнаружен госавтоинспекторами на автодороге Пугачев-Балаково. Инспекторы и ДПС предприняли попытку остановки транспортного средства, однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и попытался скрыться. В ходе преследования автомобиль выполнял маневры, опасные для жизни и здоровья участников дорожного движения, препятствовал совершению обгона патрульным автомобилем, меняя траекторию движения. Неоднократные предупреждения инспекторов о применении оружия в случае неповиновения законным требованиям, транслируемые через громкоговорящее устройство, водитель проигнорировал. В сложившейся ситуации, двигаясь за пределами города, инспектор ДПС произвел 2 предупредительных выстрела в безопасном направлении, а затем, ввиду отсутствия реакции со стороны водителя, несколько выстрелов по колесам транспортного средства. После этого водитель и пассажир автомашины были задержаны. Государственные регистрационные знаки на транспортное средство обнаружены в багажнике. В результате применения табельного оружия никто не пострадал. В отношении гражданина, управлявшего транспортным средством, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.3, части 2 статьи 12.2 и части 1 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомашина помещена на специализированную стоянку. Анатолий Чернов, Юлия Ермакова, Виктория Вещеулова, Вести, дежурная часть, Саратов.